на протяжении последних 4 лет, с 2019 по текущий момент, идет обновление техники по всем лесным регионам. Парк обновился за этот период на 66%. В этом году мы продолжили обновление лесопатрульной техники. 20 автомобилей было приобретено по повышенной проходимости «Лада Легенд». И вот, завершая сезон, приобрели еще 2 снегохода, наши отечественные, современные, выпуска города Рыбинска Ярославской области, 2 прицепа к ним. Из 20 машин 10 приобрели мы за счет федерального бюджета и 10 за счет регионального бюджета Вологодской области. Эта техника, снегоход «Тайга-патруль», будет хорошим помощником нашим лесным инспекторам для проведения патрулирований, для приемки лесохозяйственных работ, для выявления и пресечения незаконных рубок. Данная техника в условиях короткого зимнего светового дня позволяет побывать в нескольких местах, осмотреть несколько делянок, лесосек, наказать нарушителей, поймать, если такое требуется. То есть инспектор становится мобильным и может попасть и в любую точку лесничества.